Ну, доброго времени суток, дорогие детишки. Продолжим, как говорится, вот это вот все наше, блин, когда оно уже закончится, неизвестно. Я, конечно, понимаю, что посмотреть все это в разумные сроки — это вообще unreal занятие. Но у меня есть график. А все, что не по графику, нафиг. Кстати, где там было мое оружие было, да? Да-да-да. Это все классно. Джек, ёба, ты бы мне лучше бы сказал, где взять кусок мяса, чтобы скормить этой жабе. Нет, не вот этой жабе. А другой жабе. Чё ж такой громкий-то, падла, а? В натуре, чё ж такой громкий-то? А где... What the fuck? А. Я просто удивлен был несколько, когда не увидел привычной надписи. Типа звук. А тут оно вон как, оказывается. Кто бы мог подумать. Так. Где я еще не был? В чем вопрос? Карты! Мне не хватает карты в такие моменты. Потому что места много. Как бы места много. А куда печь, не вполне понятно. Ну, как бы так. Хрен узнает, как этот кусок выглядит. Может, там и не мясо вовсе ему скормить надо. Может, что-нибудь другое, я не знаю. Пойди разбери, блин. Что у меня по патронам? Отлично все по патронам. Ну, здесь я был, да. Отсюда я пришел. Где я... не был. Может быть, здесь что-то такое, что я пропустил? Сортир, это мы проверяли. Заброшенные туннели, бла-бла-бла. А чё ты там, блин, так переживаешь-то сильно? У тебя один сраный царапин. Тоже у тебя проблему нашел. Устал краями парниша. Неожиданно, блин. Так, а здесь у нас что было? По-моему, ничего интересного. Ну, одно из двух. Либо ничего интересного. Ага. Что, эту штуку надо ему скормить? Ага. А это тогда нахрена? Видимо, это где-то потом. Ну, окей. Я еще давно обратил внимание на этот цветок. Слишком он подозрительно отсвечивал зелененьким в углу. Несмотря на то, что синий. А будет оно это жрать? Вот в чем вопрос. Я понимаю, конечно, он краб. Ну, жаба, кальмар, whatever. Но не до такой же степени. Он же не тупой. Ну, то есть он... он тупой, конечно. Слышишь? Я смотрю, мы с тобой вдвоем снайпера дохера. Ё-моё. Утомил, сука. Слишком злина, это что было вообще? Ну да, те-то что... ты что, охерел, блядь? Ну вы вообще попутали. Это что такое? Честно говоря, мне совершенно не жалко моих аптечек. Абсолютно. Может, их... да вы... козлы. Задолбай, я исполнился. Может, мне автомат взять в натуре? Это, блин, там вообще пиздец. Там... ну ты вообще как мумия должен уже ходить весь. Просто, блин. Ну намотай это все на себя, и придешь хоть мумию покажешь. Бывает в жизни злые шутки, блин, как говорится. Да, то что-то с винторезом-то я как-то не очень поступил. Неметко. Прям как тот неуловимый Джо. Который никому нафиг не нужен. Только в этом случае в роли Джо выступала жаба. Будем так считать. Куда я иду? Куда мне надо идти? Где эта хрень? Как мне вернуться туда, сука, в тюрьму в эту? Зачем я пришел опять в лабораторию? Я не знаю. Где эта секретная дырка, куда можно подпрыгнуть, блин? В позе бегущего кабана, короче, и все сделать как надо, как положено. Вот я же говорю, карты не хватает. Или как это часто бывает, путеводные стрелочки, блин, типа, туда иди.
Вот этот коридор, и вот по нему иди, пока не упрёшься рогом. Вот, вот сюда мне надо. Ага. Ага. Где эта дырка? Для кормежки секретная. А я... По-моему, я зря обходил вокруг. Может, было через лабораторию пройти. Я же, наверное, дверь открыл-то туда. Где это? Вот она. Бульк. Ну, хава, ёба. Не слышу ом-ном-ном-ном-ном. Что тебе еще надо? Что тебе еще надо? Ну... Тебе еще что-то надо? There's no way I'm trying that again. Охеренно. А что тебе надо? Ну... С чем его там смешать надо? Это все? А какого хрена? Что делать-то? Ну не хочет он жрать. А что еще-то? Это-то, ёба. Я понимаю. Ну ты положил туда эту хрень, и чё, блин, дальше-то? Я что-то не понимаю? В этой жизни. That thing is wild. I need to figure out a way to subdue it. Это я понял. А вот это... Nothing of interest here. Не? Чё... А... What the fuck вообще? It won't budge. Чё делать-то, ёба? Может, больше цветков этих сраных надо? Может, он там был не один? Я... в шоке. Звезда в шоке. Однозначно. Где эта дырка секретная? Куда она там вела? Да, определенно я открыл дверь, так что через лабораторию можно пройти быстрее. Блин, а... Какого хрена, блин? Зачем такие сложности-то? Кто-нибудь не может объяснить, типа, какая разница, блин, а там один цветок? Или три? Я не знаю. Какая нафиг разница, блин? Мне все равно сколько жрать. Their surface texture is extremely rough. А, круто, блин. Я... Ну, спасибо, что ты мне это включил опять. А как я это включил, не знаю. И почему я это включил, понятия не имею. I've never seen plant life like this before. Ну да. Не, вы чё, реально мне хотите сказать, что нужно три бутона, блин, набрать? Ну это же нонсенс. Это же нонсенс. Полный причем. Долго? И чё, блин, да. И каждый раз мне тут кругалями бегать, короче, и жабы будут нарождаться. Блин, на время-то идет, между прочим. Тили-тили, трали-вали, ёба. Это мы не проходили, это нам не сдавали, а все такое. Чё за фигня? У меня нет на это времени. Хотя ты, конечно, мог бы это все сделать как бы и так, и не записывая. Я знал бы прикуп. Я, конечно, могу потом это все вырезать, но не буду. А-а-а. Ну ладно, ищем что-нибудь синее. Что-нибудь очень синее со всех сторон. Что еще? Не, ну здесь он один был. Вообще совсем один. Вот он. Совсем. From their shape and texture, they look almost prehistoric. Да-да, они выглядят фактически доисторическими. Скорее всего, так и было. Учитывая, что Ктулху и компания появились до... Хер знает, когда они там появились.
Но до появления человечества однозначно. It won't budge. Ага. The chisel alone won't be enough to loosen the crystal. А на кой хер мне это надо делать? Окей. А что тебе еще? What the fuck вообще? Что это такое? К чему это все? Я не знаю. Ау. Не, ну здесь ничего интересного так-то не было. Насколько я помню. А на кой мне хер бы... Зачем бы мне кристалл этот выдергивать? Пойди спроси, блин. Как ты умудряешься ноги-то переломать? Ну ладно, в этот раз, конечно, как бы пронесло, но все равно. Как можно умудриться получить дамаг, блин, от падения с метра? Вот как? Я не знаю. А где мне молоток? Я где-нибудь видел молоток на полу? На какой мне хер этот кристалл может понадобиться? Куда я иду? Понятия не имею. Мне сюда надо вообще? Я забыл уже, как тут... Как тут я проходил в прошлый раз? Когда в дырку секретную упал. Кстати, где она? Или это я сейчас обратно иду? Нет, я не иду обратно. А, ну да, ну дырка здесь сразу это, ну и что? А, естественно. А какой бред, а? Что же вы делаете, звери? А можно стекло разбить и утонуть нахер? А, сейчас. Нельзя. I recognize some of the symbols from the Book of Dagon. Узнавает он всякие символы, видите ли, из книги Дагона. Ты бы лучше молоток узнал, или что делать? It's not important. Или что делать мне? Мне что делать мне, блин? Я не понимаю. Что-то... What the fuck вообще? It won't open. А почему, блин? Что за херня? Что за вид такое? Нафига такие сложности? На самом деле. Слышь, Туху, ты нихера не помогаешь. Ты знаешь об этом? Вы тут все плаваете, да? Что это? Что это такое? Почему оно выглядит, как будто оно... Это зубы, ну типа рот. Рот. Вот так оно выглядит. Там нихера нет, там у нас закрыто и вообще, как всегда, силовое поле. Ну и какого хрена? Чё от меня хотят? Ёперный театр. Ну не, ну так ходить целое видео, это как бы не наш метод вообще. Абсолютно. Зачем? Ну, блин. Окей, слона-то я и не приметил. Наверное. Неожиданно нашелся тазик с тюремной баландой. Реально. Просто баланда какая-то. И что, мне баланду смешать с этой, сука, растением надо? Я надеюсь. Надеюсь, он с другой стороны? Видимо, я все делаю правильно. Окей. Ну, жри. Скотина. Понравилось, я смотрю. Он там рыгает, что ли? У меня такое стойкое подозрение, есть что-то кида. Понравилось, сучка? Ха-ха-ха. Жрать, потому что надо меньше. Особенно после шести. Ну да, я помню, что я где-то... Я помню, что я где-то молоток-то видел так-то. И это все ради чего мне надо было сюда попасть? Ёпта! Не, подожди, это что? Это секретная дырка? У меня просто черное пятно сейчас на экране.
Ну, предположим. И чё мне это, блин, сюда дает? Тут ничего нет. А. Не, ну это просто дырка. Окей. К чему бы это? К чему такой суровый эмбиент неожиданно? Что это было вообще? Я уж начал немножко паниковать. Видимо, зря. Можно было не паниковать. Где этот кристалл-то был долбанный? Не показалось ли, кто-то хрюкнул? Что за амбиент включился внезапно? Вы чё, блин? Спокойно. У меня потеют ладошки сразу же. От таких пассажей. Это что за намеки грязные? То ничего, ничего, а тут внезапно на! На! Ну хорошо, а что мне кристалл-то этот даст? На кой хер вообще? Зачем? Он вообще нигде не участвовал до этого. Где он там был-то? Ну я, ну я, по-моему, может быть, на нем, конечно, написано, что там. Что это за херня вообще? И откуда он знает, что именно этот кристалл ему нужен? Вот бы узнать. That should do the trick. Окей. Теперь он как-то изменился. Тихо. Я не знаю. Я уже пофиг, короче. Сохранюсь любое доступное место. Писец, это сенситивити меня уже просто утомило, блин. Что это вообще? Странный зеленый кристалл. Он теплый и светится. И чё, блин? И чё, блин? Чё, блин, мне это дает, блин? А, твою маму-то 8 раз. Чё это дает-то мне, блин, этот кристалл-то? Куда мне его ставить? Да ё-моё, ты утомил. Куда мне его ставить? Ну, в хорошем смысле этого слова. Я не знаю. Чё там пишут? Окей. А, это сад, типа, да? Угу. Окей, ну хорошо. Это типа... Ну это все, это ничего мне не дает больше. Не-не-не, туда падать мы не будем. Это лишнее. Ну я не знаю, ну ладно, ну у нас осталось только одно место, куда можно пойти. Ну кроме как нахер. Это к этим воротам дурацким, которые заперты там. И что-то там гудение какое-то проецируют там, бла-бла-бла. Ну а что еще? Ну я не знаю, может как-то кристалл неожиданно с ним... С этим всем будет работать как-то странно. Пойди узнай, блин. И, да что мне еще остается делать, правильно? Я же должен как-то что-то придумывать. Или мне наугад тыкаться во всякие разные места интересные, интимного свойства. Ну. Вот эта дверь я имею в виду. Униз, грунт. Если видосик покажут, тогда я правильно иду. It won't budge. Какая прелесть. Хрена лысого.
Ну и чё тогда вы от меня хотите? Интересно, этот факел не горит просто так или неспроста это все? Ну вот у Ктулху зеленым светятся глаза, и чё? Вот тут зеленое все светится, и чё? It's an ancient statue of Cthulhu. Так я не знаю тогда. А вот у этих не светится наоборот. У них тут много. У них и светиться-то нечему, собственно. Чё, блин? Блин, чё за херня вообще? Что вы от меня хотите? Ё-моё, вы просто пальцем показать-то можете? Да ладно, буду искать. Эй, что за херня? Что за нахер? Я никого не трогал, ходил тут, понимаешь? И тут что-то произошло внезапно. Я даже сделать-то ничего не успел. Только выключил, как уже включать пришлось. What the fuck это было? Я не знаю, а чё вы из сортир-то вдруг полезли? Пацаны, вы откуда тут все взялись-то? Отсюда? Окей. Ну пойди узнай теперь, блин. Когда это все отключать, а когда нет. Но здесь есть еще две такие дырки. Вы тоже полезете отсюда. А, кстати, а это куда? Я тут был? А, ну да. Фу, ё-ма. Это его этот. Его за... Ну да. Блин, а где-то было, я помню, находил какой-то закуток с каким-то растением. И... А вот где он был? Тут все еще закрыто, блин. А че они вдруг выскочили-то? Эти жабы. Пойди, узнай. Блин, я почти себе патрон потратил, ёпта. От автомата. Это же не наш метод, во-первых. Во-вторых, что это было, в конце концов? Почему... Почему сейчас? Почему отсюда? Будет ли продолжение? И куда мне в таком случае идти? Что это было вообще? Понятия не имею. Чё мне, блин, делать-то дальше? С этим кристаллом и так далее. Ну, ну ладно. Ну ладно. Окей, ищем дальше. О, опять начинается. Что это за херня и почему она со мной происходит? Я не знаю. Тихо. Ты еще мозгом поедь. Они реально из стен. Они лезут из стен. А, бля. Суки, вы что, охерели? Да, блин. Вот ты, блин, короче. Ни хера не меткий парень, я тебе могу сказать. Когда от бедра стреляешь. Бля. Ау. Ау. Слышь, жаба, сдохни нахер. В конце концов. Блять. Ну вы охерели в корень. Вы со всех щелей выскакиваете. А чё мне дает-то по итогам? Ну, кроме того факта, что я потрачу нахер все патроны сейчас.
просто к чему это все? Может, я какой-то где-то проход один какой-то где-то что-то пропустил? Вот здесь наверху, например. Ну, вероятно, да, потому что... Ну, а... Потому что я, ну, видимо... Ну, я, видимо, туда, куда надо иду, блин. Ну, а что еще может быть? Так, откуда я пришел, бишь? Ага, вот отсюда я пришел, наверное. Здесь у нас что было вот в этой стороне? А, во! Вот эта комната мудацкая. Я имел в виду ее. О! Я так и думал. А зачем я все это делаю? И что? That little spot of gardening seems to have worked. И чё, блин? Я не понял. Что сейчас было? И зачем? The vine should be safe to climb now. А, ёптить, я это думал, блин. Кто бы мог подумать? Это не к боссу или часу? Блять, это чувствует к боссу. А можно сохраниться? Да это какие-то... Да это какие-то... Какие-то... Какая-то инопланетная хрень уже, блин. Так, я так понимаю, здесь куда-то надо ставить кристалл. Куда? Ни хрена себе струя. Сюда, что ли? Нет? I've seen a room similar to this somewhere before. Да, что ты говоришь? И чё тебе надо? Что? Не, это все же неспроста, определенно, но что делать-то? This place doesn't seem to have been used for thousands. Это все очень круто. Куда кристалл, сука, встал? А, вот. Значит, в самом начале я видел такую шнягу с кристаллом именно. Я, честно говоря, в упор не помню. What the fuck? Я портал сейчас какой-нибудь открою, непонятно. I've seen a room similar to this somewhere before. Кнопку, сука, нажимай. It's too hot to touch. It's being used as a power source for the machine. Ну круто. It's too hot to touch. It's being used as a power source for the machine. А толку я туда попасть-то не могу. Это все как. Так, ну я вижу здесь только одну кнопку, и это она. This place doesn't seem to have been used for thousands of years. Но она не нажимается. А какого хера? I've seen a room similar to this somewhere before. Да хватит ты мне одно и то же говорить-то, блин. Ты подсказал бы лучше. А, вон кнопка. Это бред. Хрен тут разберешь, что из них кнопка, а тут что нет. Ну, втагн. Окей. Оттуда кто-нибудь вылезет? Или нет? Видимо, нет. Блять, можешь сходить, сохраниться? Чё? Ах ты, ёптить! Окей. Окей. Пацаны, спасибо за лазер. И хватит, сука, мою сенситивитю трогать. Вы утомили. В конце концов. Это что? Сколько времени прошло? Похер. Это что, конец игры? Это будет очень вовремя. Где тут, сука, босс там? Где там? Подожди. Тому ли я дала? Бесконечные патроны — это круто.
здесь можно пройти? А, ага. It's too dangerous. I need to find another way out. Да что ты говоришь? Я, блядь, вообще как бы за патронами пришел в основном. Чего его искать-то? Вот он, море, оно плещется, блин. Друзья, там у нас что? Пиу! Здесь у нас тупик. Отлично. Пиу! Интересно, как они... да. Как они обосновывают вот это все? Почему он лежал здесь? Вот этот лазер. Вот именно здесь он... Что он делал здесь? Им даже целиться не надо, потому что нельзя. Так, и мне еще надо найти... штуки, чтобы портал включить. Ну, свалить-то я должен как-то отсюда, нет? Что-то мне надо было... заклинание узнать и что-то еще там, бла-бла-бла. Заклинание-то я как бы вроде как и не знаю. I think these quarters are for visitors. Can't see anything of use. Nothing of interest. Прелестно. Ну и на кой? Блин, писецка. Вот что это такое? Ну я только что уменьшал сенситивити. Что за адский ад происходит? Я не понимаю. Ой. Не-не-не, давай не будем никуда случайно падать там. Окей. Чё, блин? Я всего лишь сюда вернулся. Может быть, дверь, сука, лазером открывается. Спи, сука. Ой. Слышь, блядь. Да ё-моё! Ты попадешь по нему, нет? Я сейчас сдохну, блин. Я уже сдох. Писец, снайпер тупорылый, блядь. Охеренно, блядь. Ну, повторим маневр. Блин, почему вот именно когда я до сюда дошел, у меня Сенсити сразу подскочила? Сука. Ну дело ты, блин. Утоми... Блядь, да... Пошел ты нахер, блин! Че за, блядь, редкий снайпер попался, блин? Сука, ты сейчас умрешь в огне моей ненависти. Охереть вообще, писец. Где этот мудила? Да ё-моё, блядь! Мало то, что он снайпер, так он еще и ниндзя, блин. Хер попадешь. Борис Бритва, блядь! Борис, хер попадешь. Козлин, вообще ни один... Сука, ни одним патроном не промахнулся, блин, из своего мудацкого автомата. Это как так? Как так-то вообще? Прекрасно. Ну, спасибо, хоть не напрочь он ломается. Чё, вас опять 6 сейчас будет? Офигенный способ восстанавливать популяцию врагов, конечно. Еще кто-то хочет огрести? Ой, завались. Где эта дверь мудацкая? Что мне это все дало-то? По итогам. Могу я дверь-то открыть или нет? Как бы что это? Ну лазер, ну и что? Как это решает мои насущные проблемы? Да никак. Слышь? Тут еще две дырки, блин. Из которых может полезть всякое чмо. А! Хрен. Doorway is sealed by some mystical force. Ну я и не знаю тогда.
Очевидно, это все-таки будет не последний эпизод. Жалко, что стекло нельзя разбить и утонуть нахрен. А-а-а. Вот это было бы забавно. Ну ладно. Нет, так нет. Тогда будем искать в следующий раз. Честно говоря, концовка полностью идиотская. Слишком много беготни вокруг да около, блин. Пока найдешь, что тебе хотят, причем им... просто пальцем показать никто, естественно, не может, блин, что они от меня добиваются. По итогам получается какая-то херня. Ну что? Что с сетите происходит, когда у меня эта пушка в руках, я не понимаю, блин. Она просто, блин, произвольно скачет, как хочет, блин. В какие-то моменты, блин. Что это за бред вообще? Ну, не суть важно. Но я надеюсь, что, ну, максимум 1-2 эпизода осталось, не больше. Скорее всего, один. Если я достаточно быстро, конечно, найду, куда я, собственно, идти. Будем посмотреть. А, на сегодня все. Ставьте лайк этим видео. Оставляйте ваш фидбэк нашей книге для жалоб и предложений. На нашей секции для комментов внизу. Подписывайтесь на канал. Что у нас тут за углом? Ничего. До новых встреч в эфире, граждане.